11 человек погибли в результате обрушения крыши школьного спортзала в китайском городе Цицикар. Спасателям удалось вызволить троих человек из-под завалов. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Во время ЧП в помещении находились 19 человек. Четверым удалось спастись самостоятельно. Согласно предварительным данным, специалисты нарушили строительные нормы, что и привело к обрушению кровли. Руководители строительной компании задержаны полицией.